Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я приветствую вас на нашем вебинаре. У нас сегодня не так много людей, но есть люди, которые у нас присутствуют все, и есть немножечко людей, которые присутствуют в эфире. В любом случае, давайте начинать. Сегодня я расскажу вам о том, как свою мечту превратить в реальность. Для этого нужно взять сейчас ручку, блокнот, и мы с вами построим стратегию развития нашего бизнеса. Прежде чем начать наш вебинар, я бы хотела уточнить, все ли хорошо меня слышат. Вот Александр Василенко уже поставил свои плюсики. Я бы хотела уточнить Ирины Иголкина и Елена. Хорошо меня слышат? Так, Ирина слышит. Елена. Елена меня, видимо, не слышит. Так, Елена тоже меня слышит. Великолепно. Тогда начинаем. Ну что ж, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с вопросом, почему у меня не получается? Почему я не достиг в жизни того, чего хотел? И каждый человек пытается найти ответ на этот вопрос самостоятельно. Сегодня я помогу вам разобраться в этих вопросах, найти причину и постараться устранить причину ваших неудач. Я не сомневаюсь, что в вашей жизни были моменты, когда вы успешно достигали тех целей, которые ставите перед собой. Но наверняка не все цели, которые вы ставите перед собой, были достигнуты. Так ведь? Да. Поэтому, естественно, возникает вопрос, почему какие-то цели нам удается достигнуть, а каких-то целей не удается? И в чем причина? Многие люди ищут причину во внешних обстоятельствах. Мол, погода не та, природа не та, не тот город, не те люди меня окружают, не случилось, не получилось, правительство не то, кризис на дворе и так далее. Есть очень много причин, по которым мы считаем, что не пошло. Чаще всего они ошибаются. Иногда бывает, да, что вот никак. Вот человек делает все, а никак. Надо разобраться в причинах, в самом себе. Всегда любое дело, которое вы начинаете, начинается с вас. И для того, чтобы понять, нужно вам это начинать или не нужно вам это начинать, давайте разберемся, а зачем? А с какой целью вы хотите это начать? Вот потому что все, или вот потому что мои знакомые, или вот потому что кто-то. Вы живете свою собственную жизнь, у вас есть свои собственные мотивы, у вас есть свои собственные обстоятельства, и у вас есть свои собственные причины делать что-то или чего-то не делать. Поэтому давайте не будем играть в прятки, давайте честно посмотрим правде в глаза, возьмите перед собой зеркало, вот так вот, и скажите, а не дурак ли я? Так ли я ставлю свои цели? В том ли направлении я двигаюсь? И когда вы поймете, что причина именно в вас, все станет на свои места. Есть люди, которые категорически отказываются ставить себя на первое место, во главу угла. И считает, что бизнес зависит от окружающих людей. Или что он не там родился, или он не там живет. Не в том месте, не тем делом он занят. Ничего подобного. Весь бизнес, источник вашего вдохновения, источник вашего успеха, а также источник вашего неуспеха, у вас в голове. Если вы себе поставили цель, и стараетесь сделать так, чтобы эта цель осуществилась, никто не испортит вам жизнь.
никто не сможет повлиять на ваш бизнес, потому что людей вокруг много, обстоятельств тоже выше крыши, но вы всегда создаете именно такие обстоятельства, которые вам либо помогают, либо препятствуют. Я хочу подчеркнуть, вы создаете обстоятельства, которые вас окружают. Каким образом, спросите вы можете повлиять на внешние факторы? Ну, например, на погоду, на природу, на правительство, на субсидии, дотации, на людей, которые вас окружают. То есть вы считаете, что не вы здесь главный. В том-то и дело, что если вы считаете, что в вашей жизни главное не вы, то судьба имеет вас. А если вся судьба в ваших руках, то вы делаете свою судьбу так, как считаете нужным. И это основной закон успеха. Если вы делаете судьбу своими руками, то только от вас зависит исход вашего предприятия. Сейчас мы будем говорить о том, как построить свой собственный бизнес. Ну, разумеется, в рамках компании «7 драгоценностей жизни», поскольку я представляю ее интересы, а самое главное, что я сама, как индивидуальный предприниматель, строю свой бизнес с компанией «7 драгоценностей жизни» на законных основаниях. И, разумеется, я могу поделиться с вами, как с помощью компании «7 драгоценностей жизни» добиться тех целей, которые вы изначально ставили перед собой. Давайте рассмотрим, а какие у вас цели? Я бы хотела, чтобы каждый из вас сейчас, пользуясь чатом, написал мне, какая у вас самая большая цель? Не мечта, а цель. То есть какие сроки у вашей цели и сколько стоит ваша цель? Мне нужна не просто заоблачная какая-то мечта, хочу много денег. Ну, денег хотят много все, понимаете? Есть люди успешные, а есть нет. Чем они отличаются? Успешные делают, а остальные тоже хотят. Поэтому, если вы хотите перейти в категорию успешных людей, давайте начнем делать. Итак, первое, что нужно сделать, поставить себе цель. Какую цель вы преследуете? Какая задача сейчас перед вами стоит? Самая глобальная. Как вы хотите, чтобы изменилась ваша жизнь завтра? От этого зависит, что вы должны делать сегодня. Если вы сегодня будете делать все то же самое, что вы делали вчера, имейте в виду, завтра у вас будет такой же результат, который вы имеете сегодня. И если он вас устраивает, то вы, наверное, идете в правильном направлении. А если он вас не устраивает, наверное, нужно задуматься, что вы делаете не так. Итак, давайте начнем с цели. Я жду от вас, напишите, пожалуйста, мне в чате, у кого какая цель? Я бы хотела увидеть цель Василенко, Александра и Людмилы. Я бы хотела увидеть цель Елены и Ирины. А также Марины, которая здесь присутствует. Только давайте побыстрее, потому что время дорого. Время – деньги. Давайте не будем его упускать. Это единственное, что мы не можем вернуть. Вот как говорил очень известный, да многие философы и успешные предприниматели, мультимиллионеры и миллиардеры ценят самое главное в жизни. Это время. Это единственное, чего нельзя им вернуть. Можно вернуть испорченные отношения, если вы, например, повинились и позвонили человеку, с которым у вас когда-то испортились отношения, то вполне вероятно вы вернете этого человека. Можно вернуть пошатнувшееся здоровье, можно вернуть, да все можно вернуть. Потерянные вещи, украденные, вы можете их заработать и купить еще раз. Деньги, если вы потеряли, вы сможете их заработать, а вот время вы не сможете вернуть. Есть только две вещи в жизни, которые нельзя вернуть. Это время и человеческая жизнь. Если она закончилась, обратного уже не будет. Поэтому давайте мы с вами будем ценить наше время и дорожить каждой минуткой. Так, Ирина Иголкина хочет выйти на доход 70 тысяч рублей и уволиться с работы по найму к 1 января 2016 года. Хорошая цель. Я очень уважительно отношусь к этой цели, потому что она конкретно имеет стоимость и конкретные сроки. К 1 января Ирина должна
выйти на доход в 70 тысяч рублей. Великолепно. Значит, эта цель должна быть записана, не просто там в голове держать. Ее нужно записать на чистом листе бумаги, да, цель. Хорошая цель. Так, какая цель у Елены? Кстати, я не поняла, кто у нас Елена. И если можно, либо фамилию, либо откуда вы, гость ли вы наш или партнер. Так, можно? Посчитать первую линию 10 партнеров. Это цель? Да. Ну, хорошо. А чтобы что? Как, за какой период и сколько это стоит? Хотела за сентябрь. Ну, получится, если поставить. Но вообще это не цель все-таки. Не цель, наверное, все-таки денег заработать на что-то. Ну, понятно. Да? Дело, да. А для этого нужно подписать. Это средство для достижения цели. Это метод. Это задачи, которые стоят. А цель... Первый заработать 60. Если человек... Вот вы подписали 10 человек. И чё? Не только они, чтобы они... И чё? Глобальную так, цель вы достигли. Иван Иванович, вот сюда присаживайтесь. Первый цикл заработать 64. Иван Иванович, мы пишем цель конкретную. Зачем мы пришли в бизнес? Так. За 2 месяца. А, пока Елена думает и Александр с Людмилой думают, давайте подробнее поговорим о цели Ирины. Стоит задача. Я хочу сказать, что нормальная задача, не самая сложная на сегодняшний день, но и не очень простая. Так, вот Александр пишет. У нас цели 3. Ближайшее – закончить строительство дома. 2 года примерно, 2,5–3 миллиона. Так, значит, нужно построить дом, срок 2 года. Ты за 2 года хочешь заработать 2,5–3 миллиона, то есть 1,5 миллиона в год. Я так правильно понимаю? 1,5 миллиона в год. Ну, неплохо. Если разделить на 12 месяцев, это по 100 тысяч в среднем в месяц. Вот так. Пока не могу ответить. Хорошо. Достойная цель, 100 тысяч в месяц. Хорошо. И самое главное, что она имеет сроки и имеет свою конкретную стоимость. Но это одна цель, а вы говорите 3. Какая еще? И третья, какая цель? Так, Евгений Витальевич вышел на связь. Евгений Витальевич, мы пишем цель. Цель, которую вы преследуете, работая с нашей компанией. Мы сейчас строим план развития нашего бизнеса. В месяц выйти на доход 150 тысяч. Ну, тогда вы быстрее заработаете свои 3 миллиона и достроите свой дом. Итак. Давайте рассмотрим по очереди. Для того, чтобы выйти на доход в 70 тысяч рублей для Ирины, ей нужно построить структуру, которая будет стабильно приносить ей 70 тысяч. Логично? Логично. При этом она еще работает на своей основной работе. Значит, она должна раскрутиться за оставшиеся 3 месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, и довести свою структуру до такого товарооборота, который будет ей стабильно приносить как минимум 70 тысяч рублей. Правильно мы рассуждаем? Надеюсь, правильно. Что для этого нужно сделать, Ирине? Подскажите, пожалуйста. Да, Ирина со мной согласна. Что для этого нужно сделать, чтобы товарооборот был стабильным? Нужна более-менее стабильная, нормально работающая структура. Логично? Логично. Какое количество людей должно быть в этой структуре, которая будет приносить товарооборот, приносящий 70 тысяч дохода? Ну, скажем сразу, согласно нашему маркетинг-плану, согласно нашим вознаграждениям, это нужно закрыть
как минимум один цикл в неделю, в месяц, извините, в месяц, и получить все дополнительные бонусы, которые приносят структура, то есть бонус лидера, линейный доход. Сейчас будет еще введен дополнительный бонус с розничной реализацией, то есть за заказы ваших клиентов вы будете получать 20% от суммы их заказов, плюс стартовый бонус, который вы будете получать за новых подписанных людей. Итого в среднем вам нужно выйти за эти 3 месяца на один цикл в месяц. Ирина, понятно, откуда цифры берутся? 63 900 плюс дополнительные виды дохода 70 тысяч рублей ежемесячно вы будете зарабатывать, если ваша структура будет приносить один цикл в неделю. На сегодняшний день один цикл в неделю – это у нас 64 заказа. Сколько людей нужно пригласить в этот бизнес для того, чтобы стабильно делалось 64 заказа, Марина? Сколько людей? Давайте будем считать по минимуму. Каждый человек, входя в этот бизнес, не сразу покупает 7 полных бизнес-мест. Правда же? В основном люди входят на одно бизнес-место полноценное и 6 покупают для дальнейшего пополнения в рассрочку. Значит, давайте считать так. Один партнер, одно бизнес-место. Теоретически вам нужно сразу за один месяц пригласить 64 человека, которые сделают по одному заказу, и вы закроете цикл за этот месяц. Но в дальнейшем эти люди начнут пополнять свои бизнес-места, поскольку они будут кушать продукцию. И давайте подумаем, вы же пригласили людей не для того, чтобы они один раз купили, и все, на этом бизнес закончился, а чтобы они раскручивали свой бизнес. Тогда давайте сразу приглашать людей с учетом, что они помогут вам раскрутить и построить вашу структуру. Значит, каждый из них должен как минимум по 2 человека привести. Задача упрощается. Вам нужно не 64 человека, а в несколько раз меньше. Ну, чтобы не тянуть кота за хвост, скажу вам честно. Вам нужно пригласить 10 человек, максимум 15, которые повторят вас, они точно так же должны пригласить 10-15 человек. 10-15 человек за первый месяц работы. То есть ваша задача помочь этим людям, так же, как и вы, усиленно поработав хотя бы первых 2 месяца, построить стабильную структуру. И тогда в геометрической прогрессии у вас будет не только 70 тысяч, но и 100, и 150. Значит, ставим себе задачу, исходя из вашей цели, цель мы записали, дальше пишем задачи. Когда цель сформулирована, пишем задачи. Пригласить 10 человек, как уже написала Мария. Мария же, да? Правильно? Да. А то я все время путаюсь. Итак, у нас есть задача. Задача – это не проблема. Чем отличается задача от проблемы? У проблемы нет решения. И когда мы говорим, ой, где я возьму столько людей, для меня это проблема. А когда я говорю, у меня есть задача, я должна подумать, каким способом я буду решать эту задачу. У задачи есть решение. Бывает задача в одно действие, бывает задача в нескольких действиях. Правильно? Но у нее есть решение. Иногда простое, иногда сложное. Но задача в любом случае решается. Значит, нам нужно, засучив рукава, поставить себе задачу пригласить в бизнес 10 человек. И не бросить их, чтобы они были одноразовые, а помочь этим людям точно так же пригласить в бизнес 10 человек. Любыми способами. Приглашать ли вы будете их домой к себе на чаепитие, или в кафе вы будете с ними сидеть, встречаться, объяснять схему нашего вознаграждения, заинтересовывая их бизнесом или заинтересовывая их продукцией. Или вы соберете домашний кружок на несколько человек и будете это делать ежедневно. Или разными способами. А можно это сделать в интернете, оформив личную страничку, у вас есть такая возможность, и делать ссылки всем своим знакомым в Одноклассниках, ВКонтакте,
Фейсбуке каждый день, каждый день, каждый день вам нужно делать рассылки как минимум 10-20 человекам. Кто-то из них откликнется, кто-то из них заинтересуется, и тогда уже с ним развивать отношения. Спросите вы, а как делать бизнес в интернете? В интернете делать бизнес намного сложнее, чем в личном контакте, потому что ты, когда встретился с человеком, ты ему показал банку, сказал, как это действует, и он уже ее хочет. А в интернете нужно, во-первых, сделать рассылку большому количеству людей. Из этого большого количества людей 1% заинтересуется и перейдет по вашей ссылке 1%. Значит, нужно, чтобы один заинтересовался, сделать рассылку на 100 человек. Правильно? Заинтересуется, перейдет по вашей ссылке. Вам нужно взять у него контакты, перейти на общение в Skype или по телефону, если он живет близко, познакомиться с ним живьем и уже рассказать о компании. Эта работа непростая. Эта работа требует времени. Если вы работаете где-то еще и заняты с утра до вечера, значит, планируйте свое время либо по вечерам встречаться с людьми, либо в промежутке в обеденный перерыв, но вы должны кровь из носу хотя бы одного человека в день оповестить о возможностях сотрудничества с нашей компанией. Когда вы будете это делать регулярно, так же, как вы чистите зубы по утрам, просыпаясь, автоматически, беседуя с людьми везде, где вы с ними сталкиваетесь, в магазинах, в очередях, в поликлиниках, или вы, допустим, на базаре, на рынке с ними встретились, или по пути на работу вы едете с одним и тем же беседуете, но вы должны быть открыты и готовы к такому диалогу. Абсолютно любому человеку можно сказать: я знаю способ, как заработать денег. Если вам нужны деньги, позвоните мне, дайте мне ваш телефон, и я вечером с вами пообщаюсь. Не надо это выкладывать в маршрутке, например, или в очереди. Это не требует такого прям напора. Но дайте человеку возможность подумать, заберите у него контактный телефон, вечером обязательно созвонитесь и назначите встречу. И уже вечером вы можете рассказывать ему о возможностях заработка с нашей компанией. Если это перевести в систему, вы можете приводить людей каждый день. Вы можете их регистрировать в электронном виде, ведь для этого денег не нужно. И кто-то из этих людей, заинтересовавшись продукцией, будет делать заказы. Теперь это можно делать и в электронном виде. Можно живьем, заказав продукцию, вам пришлют по почте. Если есть возможность, мы перешлем почтой или логистической компании, которая сотрудничает с нашей компанией. То есть здесь нет проблем, здесь есть задачи, и мы их решаем по мере поступления. Правильно? Задачи решаются по мере поступления. Сейчас у нас стоит первая задача, которая нужна. Давайте сформулируем нашу первую задачу. Взять за правило общаться с людьми на тему сотрудничества с компанией «7 драгоценностей жизни». Каждый день 10 контактов. Вам нужно делать 10 контактов каждый день для того, чтобы сформировалась база знакомых, с которыми вы будете общаться на тему сотрудничества в бизнесе. Это первая задача. Вторая задача. Нужно брать у них обратные контакты, обратные телефоны и звонить им по вечерам. Выберите время, когда вам удобнее звонить. Иногда удобнее звонить днем. Вот сидите на работе, есть обеденный перерыв. Взяли, набрали 2-3 человекам. Звонок не требует много времени. Не нужно рассказывать и делать презентации по телефону. Не надо отвечать на все вопросы по телефону. Звонок по телефону нужен только для того, чтобы человека сориентировать, где и когда он сможет с вами пообщаться на эту тему. Предварительно он может посмотреть сайт компании. И уже при встрече вы обсудите с ним, что ему это даст. То есть не надо людей, да, пытаться завербовать в компанию по телефону. Ваша задача – дать просто информацию о встрече, когда вы с ним можете пересечься. Потому что ваше время дорого стоит, и нужно его ценить.
Следующая задача, которая стоит перед вами, вести вот такой вот ежедневник. Вот у меня есть великолепный ежедневник. Мне его подарили мои партнеры и любимые Василенко. И я его добросовестно веду. У меня на каждый день записаны те дела, которые я должна выполнить. Если я это дело выполняю, я обвожу в кружочек. Значит, каждый день я планирую встречи. Каждый день у меня в списке задач есть встреча по бизнесу, есть встречи по административным вопросам, есть свои личные домашние дела. Есть золотое правило. Я вам расскажу маленькую хитрость. Как поставить правильные приоритеты? Потому что чаще всего бизнес мы отодвигаем на последнее место. На первом месте у нас что? Семья, дети, внуки и так далее, да? Да? Семейные проблемы. На втором месте у нас что? Надо ходить на работу. Ну, надо, да? А на третьем месте у нас что? А ничего у нас нет на третьем месте. Мы про себя вообще забываем. Мы себя просто-напросто задвигаем. Или есть такой еще термин, называется сливаем. Мы себя сливаем. Так вот, не будет у вас бизнеса, если вы себя ставите на последнее место. Вы должны понять, что вы предприниматель. Пусть молодой, начинающий, неопытный, но вы предприниматель. И вы центр своего бизнеса. Вы глава того бизнеса, который вы хотите построить. Все остальные участники вашего бизнеса, они нужны для того, чтобы вам успешно построить свой бизнес. В том числе компания, в том числе спонсор, в том числе я, вебинары и все остальное. Этим вы пользуетесь для того, чтобы построить ваш собственный бизнес. Поэтому в вашем бизнесе кто главный? Не компания, не я, а вы. Значит, себя мы ставим на первое место. Запишите. Я номер один. На втором месте, что у нас там? Ну, все-таки надо как-то зарабатывать, да? На втором месте бизнес. На третьем месте что? Ради чего мы зарабатываем деньги? Ради чего? Для семьи, да? Для семьи же деньги зарабатываются, все в семью приносится. Семья. Ну, здесь спорный вопрос, можно семью поставить на второе место по важности, а уже бизнес, как опора для семьи, на третье место. Но на первом месте неизменно должны стоять вы. Итак, у нас есть три основные позиции, на которые мы тратим свое драгоценное время. Это я, второе – семья и третье – бизнес. И время, соответственно, нужно распределять пропорционально. 30% времени каждый день вы тратите на себя, на свое здоровье, на то, чтобы быть всегда в тонусе, на то, чтобы быть центром вселенной, чтобы у вас был необходимый магнетизм, чтобы люди к вам притягивались, вы должны быть всегда на пике, вы должны быть в точке кипения. Для этого у вас должны быть силы, достаточной энергии, здоровье и красота, обаяние, имидж. Что еще нужно? Чтобы вы были интересным в общении человеком, для того, чтобы к вам притягивались люди. Вы должны быть центром вселенной, поэтому на себя любимого вы тратите 30% своего драгоценного времени. На семью тоже надо потратить 30% драгоценного времени. На семью мы тратим тоже 30%. Никто обязанностей по дому не отменял. Если у вас есть возможность, конечно, можно нанять няню, там, домработницу, уборщицу, которая будет это делать вместо вас. Но давайте все-таки спустимся с неба на землю. Мы начинающие предприниматели, начинающие бизнесмены, и у нас нет возможности платить сейчас домработнице, няне и всем остальным для того, чтобы они делали эту работу вместо вас. Поэтому 30% времени вы посвящаете тому, чтобы в доме было порядок, чтобы было все приготовлено, все сыты, одеты, обуты и так далее. И внимание своим близким. 30% времени. И, наконец, 30% времени вы тратите на бизнес. К сожалению, до сих пор не все знают эти пропорции. Поэтому всю свою жизнь мы тратим на то, чтобы заработать денег. И чаще всего это работа по найму. То есть вы продаете свое время за условную плату, чтобы другие люди, предприниматели, достигали своих целей.
Вы фактически находитесь в зависимости, в рабстве. Вы продаете свое время за скромную плату для того, чтобы другие люди достигали своих целей. Поэтому поставьте приоритеты. Все-таки бизнес должен приносить не просто деньги, да? Бизнес должен приносить удовольствие. И вы должны понимать, что вы уже свободный человек. Спросите вы меня, а как же чувствовать себя свободным, если ты зажат в тиски? Если ты с утра до ночи должен отработать с 8 утра там, до 6 вечера или с 9 утра до 7 вечера ты должен быть на работе, да? Ты же за это получаешь деньги. Человек, который мыслит мелкими категориями денег, обречен всегда получать маленькие деньги. Я знаю высказывание одного очень известного предпринимателя, вы его тоже знаете, это Трамп. Он сказал, что у людей, которые все время работают, нету времени зарабатывать деньги. Вдумайтесь. Вы работаете, и у вас нету времени зарабатывать деньги, потому что вы все время работаете на других людей. Именно поэтому работа по найму очень сильно уступает бизнесу. Пусть даже малый предприниматель, да, но он работает на себя, он работает на свой бизнес, он раскручивает свое собственное дело, и у него тоже есть обязательства. Если у меня есть встреча, я должна быть вовремя на этой встрече. Если у меня вебинар, я должна быть вовремя на этом вебинаре. Потому что это мой бизнес. И я завишу от тех людей, которые придут ко мне на встречу. Я завишу от тех людей, которые слушают этот вебинар. Поэтому я стараюсь помочь этим людям, чтобы они заработали денег, были довольны и продолжали со мной сотрудничать. Вы со мной согласны? Надеюсь, что да. Вижу, что да. Так вот, давайте с вами подумаем. Да, сейчас мы сделали выбор в пользу работы по найму, потому что у нас были такие обстоятельства, и у нас в мозгах было определенное понимание. Но сейчас мы понимаем, что нам лучше работать на себя, что это принесет больше доходов, больше свободного времени и больше свободы. Значит, какая у нас в конечном итоге цель? Освободиться. Наша цель – дойти до того момента, когда вы будете себя чувствовать свободными. Деньги – это не сама цель, это определенная степень свободы. Чем больше денег вы зарабатываете, тем больше свободы вы можете себе приобрести на эти деньги. Та же самая няня, которая вас освободит от обязанностей, да, она может делать это вместо вас, если вы ей заплатите. Правда же? И вы сможете это время посвятить уже либо себе, либо бизнесу. Но это, конечно же, не заменяет общение с ребенком, потому что все равно вы должны общаться с этим ребенком. Но, тем не менее, вы освободили время, за которое вы можете заработать деньги. Деньги – это свобода в передвижении. Вы можете в любом случае поехать или полететь в любую точку мира, куда вам нужно, если у вас есть достаточное количество денег. Вы можете устроить себе каникулы, например, да, если у вас достаточное количество денег. Вы можете помочь близким, если они нуждаются в вашей материальной помощи, или они нуждаются в здоровье, и вы можете дать им возможность не только поправить здоровье, но, а если это операция – как вы поможете близким, если нужна срочная операция, а у вас нет денег? Поэтому задумайтесь, деньги – это не цель. Деньги – это степень свободы, которую вы себе приобретаете, зарабатывая эти деньги. Но вернемся к нашим постулатам. Итак, первое – мы посвящаем время себе, чтобы быть всегда в тонусе, чтобы быть всегда на пике, в точке кипения, чтобы излучать положительную энергию, притягивать к себе людей, да, чтобы у вас был правильный имидж, чтобы у вас хватало сил на себя, на бизнес и на семью.
Второе – это семья. Нужно делать какую-то работу и уделять этому время. И третье – 30% вы должны посвящать бизнесу. Наш бизнес очень простой. Здесь не нужно иметь 7 пядей во лбу. Здесь не нужно иметь какие-то природные данные. Да? И не нужно, допустим, обладать какими-то сверхспособностями. Этот бизнес очень легкий. Ну, не легкий, я неправильно сказала, но он не сложный. Копать тоже на самом деле просто, да? Но тяжело. Никто не сказал, что это же не трудно, правильно? Взял лопату и копаешь. Но тяжело, если ты копаешь долго и усердно. Вот примерно такой и у нас бизнес. Наша задача каждый день встречаться с людьми. Для того, чтобы встречаться с людьми, нужно каждый день созваниваться с этими людьми, брать контакты, налаживать связи с теми людьми, которых вы, может быть, еще не знаете или знаете плохо, выходить через своих знакомых на тех людей, которым нужны деньги. Подсказываю, да, может быть, среди ваших знакомых люди обеспеченные, а вот среди их окружения, которое вы не знаете, есть люди, которые нуждаются в деньгах. И вы можете через своих знакомых выяснить, есть ли у них такие знакомые, которые нуждаются в деньгах. Итак, я вам рассказала про то, как правильно распределить время. И мы с вами рассмотрели задачи, которые перед нами стоят. Но это еще не все. Ведь встретиться с человеком, это не значит уже бизнес в кармане, правда же? Ну вот встретился ты с человеком, какая дальше задача стоит? Дальше стоит задача... Да, совершенно верно, совершение сделки. Чтобы сделка совершилась, чтобы этот человек пошел за вами, ну, схематично это выглядит так. Идут навстречу друг другу два человека. Вот они пришли, встретились, поздоровались, один другому что-то сказал, и они оба пошли в общем направлении. Примерно так. Чтобы этот человек пошел в вашем направлении, чтобы он захотел заниматься этим бизнесом, нужно соблюдать простые правила. Ну, во-первых, нужно понравиться этому человеку. Во-вторых, вы должны быть уверены в своих силах, в том, что вы говорите. Потому что у этого человека нет уверенности. И если он в вас ее не получит, за вами он не пойдет. Значит, вы должны быть уверены в этом бизнесе, в этой продукции. Ну, естественно, в компании. Тогда вы будете уверены, уверенно говорить. А самое главное, вы должны верить в самого себя. Потому что вы центр Вселенной. И вы начальник, вы глава своего бизнеса. Это первое правило. Второе правило, чтобы он заинтересовался, вы должны обладать определенными инструментами. Что ему нужно показать? Вы же не будете бить себя в грудь, я хороший, пошли за мной. Ну, понятное дело, что вы хороший, но вы должны ему показать то, что его должно заинтересовать. А его может заинтересовать наш продукт. Да, это бесспорно, потому что этот продукт нужен абсолютно всем больным людям и нужен абсолютно всем здоровым, которые хотят сохранить свое здоровье. Второе, чем можно его заинтересовать, великолепным маркетинг-планом. Третье, чем можно заинтересовать, вашей поддержкой, вашей уверенностью, что вы будете этому человеку помогать, вы будете подсказывать ему, как правильно построить бизнес. И еще есть основной козырь. У нас есть система, которая себя оправдала, которая доказала свое право на существование. Эта система называется система подготовки и бизнес-тренингов для наших партнеров. То есть человек, который с нами сотрудничает, проходит через систему обучения. Он проходит Академию успеха, раз, и потом высший пилотаж, о котором я сегодня расскажу, это индивидуальная коррекция. Так, меня потерял мой муж. Я думаю, еще несколько минут он подождет. Итак, мы вводим в нашу систему индивидуальную коррекцию. У нас будет специальный отдел, который мы назвали «Центр индивидуальной коррекции».
И вы сможете обратиться за помощью к нашим психологам, к нашим специалистам, которые смогут подобрать индивидуально продукцию для вас и для ваших клиентов, провести диагностику, провести консультацию. И завтра я об этом буду говорить в 12 часов, у нас будет структурная школа, и мы это будем завтра обсуждать на структурной школе, о нововведениях, которые мы хотим внедрить в нашей компании. Это раз. Во-вторых, партнеры, которые у нас работают и строят бизнес, не просто клиенты, а люди, которые пришли сюда зарабатывать, они смогут получить поддержку специалистов, поддержку психологов, которые помогут им скорректировать их работу, как правильно построить свою работу, что не получается. То есть это будет индивидуальная работа с партнерами. Те, кто живут далеко от нас и не могут прийти на консультацию к этому специалисту, мы будем устраивать эти консультации в скайпе. Все, что нужно, записаться на консультацию, оставить свои координаты и договориться, в какое время этот специалист сможет вам помочь. Все. Мы будем помогать абсолютно каждому партнеру, выстроить его индивидуальную работу. Что ему не хватает для того, чтобы построить свой бизнес? Речь идет о построении серьезного бизнеса. Не просто там получать минимальный оклад, да, чтобы прожить и как-то просуществовать, а именно раскрутить свой бизнес, свое собственное дело, которое будет содержать и вас, и вашу семью, и ваших детей, и внуков, и можно передать по наследству. Мы говорим сейчас о серьезном бизнесе. Да, мы начинаем с нуля, но у нашего бизнеса далеко идущие планы. И мы хотим, чтобы наши партнеры были самые богатые, чтобы наша компания была в каждом уголке нашей страны, в каждом городе, а в Москве у каждой станции метро, чтобы можно было зайти, как в Евросеть, да, купить телефончик или оплатить какую-нибудь услугу связи, чтобы можно было зайти, проконсультироваться, получить необходимые советы и купить продукцию. Вот такие у нас планы. Ну, по крайней мере, у меня такие планы. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. Вы представляете, какая это будет структура, какая это будет мощная сеть? Я вам рассказала про то, как свою цель поставить, разработать задачи. А где записаться можно? Ну, по крайней мере, у меня на почте можно записаться. Или... Да, на почте, почту я вам вышлю, завтра можете прислать мне запрос, и после структурной школы я смогу сказать, когда и во сколько вы сможете получить индивидуальную консультацию. Следующая часть, после того, как мы с вами все так хорошо распланировали, да, и уже раскрутили свой бизнес мысленно в голове, да, уже фактически у нас большая крупная структура. Чего не хватает? Ну-ка. Ну все, распланировали уже, да? Уже все, уже бизнес готовый. Что нужно? Действие. Действие. Следующий пункт – это действовать. Действовать нужно не с завтрашнего дня, не с нового понедельника и не с нового года. Действовать нужно здесь и сейчас. Сегодня вы обзваниваете людей. Завтра есть встреча. Если завтра есть встреча, значит, послезавтра есть результат. Если вы сегодня это не сделали, то завтра вы получите все то же самое, что у вас было до сих пор. Значит, действовать надо здесь и сейчас. И я обещаю помощь и поддержку каждому, кто хочет работать. Если вы запланируете работу, пришлите мне, пожалуйста, на почту ваше намерение, ваш план действий, и мы с вами будем контролировать, правильно ли вы поступаете, насколько вы четко выполняете запланированные вами действия и насколько вы отклонились от нужного курса для того, чтобы провести коррекцию. Именно для этого и нужен спонсор, чтобы помочь человеку встать на ноги. В противном случае вместо вас никто ходить не будет. Ребенка нужно научить ходить, но ходить вместо него – глупо, потому что он должен сам встать на ноги и пойти. Пусть он несколько раз упадет, подскользнется, споткнется, сядет на попу, но при этом он научится ходить. Конечно же, будут ошибки. Для этого и нужны спонсоры, для того, чтобы предостеречь от этих ошибок или поддержать в трудную минуту, чтобы человек не упал совсем, не расшиб себе нос.
Но ходить вместо вас никто не будет. Никто не будет вместо вас обзванивать ваших знакомых. Никто не будет вместо вас строить вам структуру. Мы можем помочь, мы можем поговорить с вашими людьми, но пригласить все-таки должны вы. Иначе какой смысл затевать большой бизнес, если все будут делать вместо вас? За что вы тогда будете получать деньги? Вряд ли вы их будете получать, потому что людей, которые хотят зарабатывать, миллиарды, а те, которые зарабатывают, их гораздо меньшее количество. И я вам уже сказала, чем они отличаются. Одни делают, а другие тоже хотят. Надо перейти в категорию, которые делают. Если вы будете в категории сидеть, которые тоже хотят, вы можете хотеть всю жизнь. Результат от этого не поменяется. Нужно начать делать. Начните сегодня. Составьте списки своих знакомых. Проштудируйте их, если вы уже составили эти списки. Посмотрите, с кем можно связаться уже сегодня. Кого можно пригласить на встречу на завтра. Как вы с ними будете общаться? О чем вы будете говорить? Составить план разговора. Это следующая задача. Постройте план презентации. Следующая задача – построить план презентации. О чем вы будете разговаривать? Как вы заинтересуете человека? План состоит из трех частей. Очень просто. Как в школе, честное слово, когда вы пишете сочинение, есть вступление, есть основная часть и заключение. Все. План рассказа – это вступление, основная часть и заключение. Что надо сказать во вступлении? Надо сказать причину, по которой вы к этому человеку обращаетесь. Что вас мотивирует? Вас вдохновило что-то? Вы увидели какой-то вариант заработка? Вы увидели, как вы решаете свои материальные проблемы? И вы планируете купить машину, квартиру, дачу, то есть вы планируете что-то заработать с нашей компанией. Вот это вступление. Основная часть. Каким образом? Рассказать, что это за компания, почему именно с этой компанией вы хотите построить свой бизнес, рассказать о продукции, о производителях, о том, какие награды имеет наша компания, о том, какие результаты приносит наша продукция, о том, какой маркетинг-план замечательный. И третья часть заключения должна быть мотивационной. Спросите у этого человека, его заинтересовало такое предложение? Что он думает о своей жизни? Хочет ли он изменить свою жизнь, чтобы завтра уже у него был другой результат? И если он говорит «да», значит, тогда встречаемся завтра и начинаем. Я тебя регистрирую, ты делаешь заказ, мы строим структуру вместе. Очень просто. В конце, повторяю, заключение очень важно, это мотивационная часть, это заключение сделки, это контракт, который вы с ним фактически подписываете. Вы его спрашиваете, понравилось ли ему, потому что если ему не понравилось, то он свободен, следующий. Понравилась ли ему эта идея, продукция, сама компания, возможность заработать. Второе, что вы должны у него спросить, планирует ли он изменить свою жизнь? Хочет ли он завтра, чтобы у него был другой результат, не такой, какой он имеет сегодня? Может быть, он хочет оздоровиться, потому что сегодня его уже вот так достают эти боли, например. Или уже дальше ехать некуда. Поэтому нужно спросить, тебя устраивает твоя жизнь на сегодняшний день? Ты бы хотел что-то поменять в своей жизни? Улучшить здоровье, улучшить качество жизни, повысить свою степень свободы. И если он хочет, чтобы что-то изменилось в этой жизни, надо заключить сделку. Значит, тогда мы встречаемся завтра, в такое-то время, я тебя регистрирую, ты делаешь заказ, мы начинаем строить твою структуру. Ты обучаешься, я тебе помогаю. Не понимаю, у нас же несколько раз, что значит встречаемся завтра? Человек же должен принять решение, с какой суммой прийти, как, что, вот как это? Человек оставить? Принимает решение за 20 секунд. Я вам хочу рассказать, как принимается решение. Либо он сразу хочет, либо сразу нет. Если сразу нет, он и завтра скажет нет. И через месяц он скажет нет. Ну, когда он скажет да, тогда и... Но если ему что-то понравилось, он уже принял решение. Если он говорит «да», он уже принял решение.
Значит, встречаемся завтра, потому что вы руководитель этой структуры. Вы хозяин этого бизнеса. И вам решать, когда ему начинать. Не можешь завтра? Ну, тогда, значит, послезавтра твоя жизнь тоже не поменяется. И через год она не поменяется. Ты так и будешь жить в том, в чем ты сейчас живешь. Ничего не изменится. Мало того, если вопрос касается здоровья, то лучше не будет точно. Будет только хуже. Вопрос, касающийся материальных средств. Возможно, у этого человека нет денег. Я согласна. Но так есть варианты. Он может привести вам клиентов и на деньги клиентов стать партнером. Почему нет? Всегда есть варианты. Если человек хочет, у него варианты есть всегда. Вы можете подсказать ему варианты, если он не знает как. Но вы-то уже знаете, какие бывают варианты. Но самое главное, чтобы он захотел. Если он захотел, значит, вы успешный человек. Значит, вы можете себе поставить плюсик в своей самооценке своего развития. То есть вы стали на уровень выше. Как только человек говорит «да», значит, вы ему понравились. Не я, не компания, а именно вы. Потому что это результат вашего разговора. Это результат вашего донесения, преподнесения материала. Если он говорит «нет», ну, возможны варианты. Может быть, он не готов. Может быть, вы были не на высоте. А может быть, у него сейчас просто другие задачи. Поэтому, чтобы не тратить впустую время, сначала выясните, какие у него есть задачи и как вы можете ему помочь. И в конце я хочу сказать о том, что наша компания разработала систему, которая может вам помочь. Она пойдет вам только в помощь, но действовать все равно должны только вы. Например, система обучения. Это вам в помощь. Если вы не умеете, приходите, мы вас научим. Если не умеют ваши люди, приводите ваших людей, мы их научим. Система индивидуальной коррекции тоже для того, чтобы вы нашли свои ошибки, чтобы вы посмотрели на свои действия со стороны и приняли решение, как вы будете действовать в следующий раз. Самое главное, чтобы вы понимали, компания свои обязательства перед вами выполняет. У нас хороший качественный продукт, и вам за него не будет никогда стыдно. У нас хорошая схема вознаграждения. Я не побоюсь этого слова, на сегодняшний момент лучшая схема вознаграждения для партнеров. И третье – система подготовки. Мало того, компания еще объявляет и промоушены. Обратите внимание, все получили рассылку с промоушенами? Надеюсь, что у вас есть электронная почта, и вы от компании получили рассылку. Объявлен промоушен с 1 по 7 сентября. Отдельно для новых партнеров, для тех, кто к нам хочет присоединиться, и отдельно для тех людей, которые у нас уже являются партнерами. То есть фактически все получат подарки на этой неделе. Единственное, что сроки промоушена ограничены. Если вы мне не верите, можете посмотреть на три предыдущие недели. Три недели компания не объявляла промоушен. И я хочу сказать, что мы будем вводить такую практику. Мы не будем давать подарки каждый день и каждую неделю. Подарки будут привязаны к определенным мероприятиям. Поэтому пользуйтесь временем. Время ограничено. И эти подарки вы и ваши люди могут получить только если баллы будут куплены и проведены с 1 по 7 число. Все, кто будет подписан на этой неделе, получат подарки. Все, кто сделает заказы на этой неделе, получат подарки. Поэтому система промоушенов позволяет вам не откладывать на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Все-таки у нас есть очень много поговорок мудрых, жизненный опыт, который позволит вам преуспеть в этом бизнесе. Я благодарю вас всех за внимание. Сейчас я вам напишу адрес электронной почты, на который вы можете прислать свои заявки по индивидуальной коррекции.
У вас в чате высветился адрес моей электронной почты. Туда вы можете прислать заявки на индивидуальную психокоррекцию для того, чтобы получить консультацию от психолога для развития и построения своего собственного бизнеса. В дальнейшем я каждому из вас отвечу, назначу время, когда вы сможете это получить. А самое главное, исходные данные, которые нужны для того, чтобы с вами работать. Есть ли ко мне какие-либо вопросы? Ну, скажем так, спрашивают меня, платная ли консультация или нет. Для людей, которые работают в удаленном доступе, мы делаем консультацию без оплаты. Для людей, которые работают у нас в офисе, мы делаем плату символическую. Это не будет много тысяч, как это делают многие психологи, да, или тренеры, которые берут по 5, по 30 тысяч за индивидуальный сеанс. Это будет символическая оплата, так что здесь вопрос не в цене, на самом деле. Вопрос в ваших намерениях. Насколько вы серьезно настроены построить свой собственный бизнес. Так что, Ирина, для вас все, что хотите. Какие еще есть вопросы? Олечка, очень рада вас видеть. Ольга Чередова к нам присоединилась. Хотелось бы пообщаться. Мы вам вручили диплом об окончании Академии Успеха. Надеюсь, он до вас дойдет, или вы до него когда-нибудь доедете. Ждем вас нетерпением. Рада снова видеть. Если есть ко мне какие-то вопросы или пожелания, пишите мне на личную почту. Спасибо большое за внимание. Всех благодарю. Всего доброго вам.